Всем здорово! Сегодня у моего кента Максима днюха, и я ему решил собрать и подарить вот такой вот кит-набор на Т-12 жалах. Вот я его уже собрал и засунул это все дело в баллончик из-под акса, ну, дезик. Вот. Тут у нас штекер DC5.5, ну, энкодер, как обычно. Все, жало, ручку припаял. Тут у нас датчик движения, ну, я не помню, как он точно называется, типа акселерометр, что когда вы поднимаете ручку, он срабатывает. Вот, все у нас работает. Снизу я поставил грузики свинцовые, как противовес, чтобы его не кидало. Ну и вот, стоит отлично. Осталось только жало откалибровать вот на таком приборе. Пишите, кто знает, что это у нас, насколько это крутая штука. Сейчас попробуем проверить, насколько у нас точно соответствует по термопаре. Я еще ничего не калибровал. Так. Ну-ка. Кстати, сейчас 223 градуса. Нет, что-то сейчас уже многовато. 240 показывает. Ну, соскочило, но... Можете мне поверить, врать не буду. Сейчас надо будет только чуть-чуть подкрутить. В принципе, все. Подарок готов. Пригодился бы, я думаю, любому мужику. Потому что бабки он просрет быстро. А вот эта штука будет ему очень долго, я думаю, служить. На этом, в принципе, все. Всем счастливо. Пока.